Борцуха. Я еду, пацаны, я еду на уроки, на физру. Еноты. Еноты. Смотри. Я тебя толкаю, давай. Не надо! Я маг воздуха. Нет! Чик-чик-чик-чик-чик. Два охранника. Что же там в ангаре? Я врываюсь, клеиваю скотч. Ого! Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Влад А4, Глен Кобяков. Набрали 2 миллиона лайков. Просто взгляните. Скачали эту игру до максимума. И я вам прямо сейчас предлагаю 2 миллиона лайков, и будет четвертая часть. Мы это сделаем. Сейв-поинты. Это поинты, до которых ты доходишь. Втягивайте, не проходить эту бесконечную игру заново. Третий этап, который начинается в ангаре. До этой точки мы узнаем, что же там в ангаре. Глен сегодня борцуха. Ну, а я... Ну что, и давайте начинать. Последний, добежи до старта. И это наш старт. Ты, Кобяков, первый. Все, погнал. Давай. Я сразу предупреждаю, я так тренировался. Кобяков. Ну, кирпичи типа изи. Не, кстати, это очень сложно, я вам хочу сказать. Сейвов, мне кажется, мы здесь застряли на неделю. Полагаю, что нужно использовать вот эту вот штуковину. Выглядит легко, там пацаны просто запрыгивают и погнали. Валяльщиков за меня сегодня. Не понял? Так, ладно. Так, спокойно. Таца. Обалдеть. А, я дотронулся. Здесь будет самое сложное, а дальше я все пройду. Все пройду. Все. Так, тут есть механизм. Смотрите, как это работает. Это работает как насос. Постоянно, постоянно, ребята, надо думать. Погнал прыгать. Да, по-моему, я сделал... Ков, стартуй. А я вот говорил подписчикам, что нужно подписаться. Это так вдохновляет. Троить огромное построить. Если бы у нас было каких-нибудь 5 миллионов, мы бы, ну, никогда такого... Еще масштаб не сделать. Мы, наверное, скоро уже и ракету в космос. Основное, что хочется блогерам. Подписчикам. Коп начинает прыгать. Начинает свою игру и точно должен дойти до контрольной точки. Я опять пришел к этому кенгуру, я не знаю, что с ним делать. Это невозможно. У меня есть одна идея, как упростить нам всем. Нужно подвинуть кирпичик. Двигаю, чтобы на него можно было запрыгивать вот так. Я хочу, подождите, все нормально. Что за шаолинский монах? Кирпичик. О, Халк, Халк. Почти не разломалось. Еноты! 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 Я еду, пацаны, я еду на уроки, на физру. Смотрите, сама вернулась. Так, дальше туннель. Ползу. А! Опа! Эти кольца должны держать тебя, но нифига. Ой. Сложно до того кирпича, до... О! Оп! Это... Честно говоря, я не верю, что Кобяков дойдет даже до середины. Кобяков. Нам положили веревку, скорее всего, она понадобится. Уже дальше иду. Да нет, ты ж дохлый, ты дохлый. Он не перелезет. Ребята, он сейчас дойдет до сейва. Блин, все, Кобяков больше сюда никогда не вернется. Если уже Кобяков дошел, ребята, то Глен паркур на мид. Смотри. Я думаю, я их пройду с легкостью. Я готовился, я приседал. Так. Ну, кирпичи. Фу, погнали. Два охранника, которые могут мне помешать. Супер бесшумно. А у нас Глен там есть один. Он мне кажется, он делает вид, что идет. О, идет. Я знаю, что он не идет. Глен, глухой. 4 продакшн никогда бы в жизни не поставили просто так здесь ведро. Отолью. Просто здесь такая вот штука. Ведро зацепить за ногу. Проблема в том, как залезть с ведром. А здесь по-другому, ну, никак ее не пройдешь, да? Такой. Опа! Пацаны, я нашел, где может пригодиться вода. Достать пенопласт. Пускай я буду енотом, но выиграю. Верная от двери. Открываем эту дверь. Что ты сделал? Что ты сделал? Пришла сверху на Кобякова. Ну, я заставился. А третий этап был так близок. Я думал... Потому что это тоже лава. Постой, посмотри, как взрослые дяди. Все, я захожу в третий этап, просто там до конца все прохожу. А какого цвета у вас глаза? Как вам такой опрос?
Я уже на барабане, мы берем тебя поддерживать. Упади, 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 упади. Я тебя толкаю, давай. Не надо! Я маг воздуха. Нет! Да! Просто запереживал. Вот. Воздух лучше, воздух лучше. Так, раз, два. Очень нелегко. Вообще, Влад, нам лучше не устраивать войну. А я тебя и не толкаю. Я ж тебя и не толкаю, Влад. Встаю, Влад. Здесь я в прошлый раз переставить. Блин, мои части тела все так близко к лаве. Нужно спокойно встать на кирпич. Вы на контрольную точку. А, точно. Сейф. Тик-тик-тик-тик. Съемка свадеб корпоративов. Вы сами видели примерчики. Готовься. Три. Главное пройти Глента, потому что он самый злобный. Так, я слышу, он что-то... This is shit? Так это выглядит? Я думаю, что это как бы нормально. Погнал, кенгуру. И раз. И... Вот это физкультура. Получится достать? Да, думаю, да. Все, я здесь. Достал. Ну что, вход в третью каточку открыт. Мы с тобой дадим шанс Гленту. Одну попытку. Сказать другу вообще не жалко. Глент, мы тебе тут шанс даем. Ты что, это жест доброй воли, но я в себе уверен. Просто как школьника ждем. Подсниму тебя сзади. Не надо, это непросто, но я человек гибкости. Ура, поздравляю. Сейчас главное начать. Ну, здорово! Только ведерко забыл. О, зря, зря. Не получается дальше. Ты один. Ты его прокехал. Надо было еще подумать. Ну, а ты догоняй. Зато я не енотил и делал все честно. Не нюхаешь? Я не чувствую. Ну, это потому что как ты свое. Намного эпичнее, чем тут. Я врываюсь, клеиваю скотч. Ого! Ты загляни. Что за кольцо? Какие-то качели. Сиди там, а я пошел. Переходим сюда. Сюда. У меня есть портфель, я туда свои кроссовочки засуну, а там можно сложить всякую ерунду. Все, погнали. Цепляемся. Ладно, я на деревяшку, потому что очень больно. Мне очень больно. Так, ладно, ребят, мне нужно снова вернуть кроссовочки. И, в принципе, вроде никаких сюрпризов. Задачка. Так, давайте-ка посмотрим, что там. Ключик. И мне нужно добраться до финиша. Просто на прохождение этой загадки у меня есть 5 минут. Короче, ребята, есть небольшой лайфхак. Вот здесь вот финиш. И я пальчиком веду от финиша и смотрю. О, смотрите, о, вот сюда. Так, минута уже прошла. У меня есть ключик. Я думаю, нужно его сохранить. Так, включаем мозги. Шаг, шаг, ты на платформе. Пока что в кармашек закину. Вы поняли, да? Палка и баланс. На железных наших шайбах есть вот такие вот веревочки. Баланс. Блин, нужно было штурки завязать. Без палки пройти. Да, без палки проще. Скорее, мне нужно добраться до сейва. Так, тихо. Так, блин, что делать? Оператор. Ты кое-что упустил. В этом раунде? Угу. Верни ключ. Кобяков, жесть, я... Как говорит. Ты идешь обратно. Ты сейчас поймешь, ты запрыгнешь, увидишь там ключ. Опа. Потому что я тебе скажу, это не так уж просто. Так, это мы тебе мешать должны, да? Рука достаточно тонкая, чтобы туда пролезть. Как-нибудь. Есть, достал. Я сразу. О-о-о. Без обуви, окей. О! Обуваемся. Так, тут какая-то головоломка. Вот замочек. Какой? Нужно ее проходить спустя 2 минуты. Я нащупал какую-то бумажку. Что-то. Что там? А там. Койна. Мне сейчас нужно засейвиться. Самое сложное задание. Хочется это признавать, но Глент первый. Кобяков, можешь до сюда даже не доходить. Красава! Который позволит мне выиграть эту игру. Что? Короче, ладно, начинайте. В добрый путь. Спасибо. Смотрим замок, про который говорил Глент. Мозги прокачивает по полной программе. Короче, все, я запомнил, иду дальше. Босиком. Чувствую баланс лучше. Ты приступил к самому сложному этапу. Сразу вот сюда, наверх. Дух победы. Давай. Тихо, Влад, все. На пьяную лестницу. Все, свои кроссовки, погнали. Дальше проходи. Нужно достать этот ключ. Все, запомни методику прохождения двумя шагами. Кобяков, ты замолчи, и вот сейчас мы посмотрим, как ты будешь на колесах. Все, у меня сейф. Кто это за червяк? Что идет? Так, так. Че ты за... Эй! Победа, да? Победа, и какой кобяков? Ты пьяная лестница. Так, а если супер медленно? Ну, я сегодня показал свой баланс, по крайней мере, помню код-пароль. А вот у этого голова... Как хорошо, что я не помню, но взял с собой его. Кобяков даже не запоминал пароль, он положил себе бумажку в карман. Сколько надо быть жуком? Ребята, напишите в комментариях. Глент, енот. Ребята, голосуйте за это.
Ты же держишься. Ты бы свое лицо видел. Не, просто смотри, сами выровняется. И все это на пьяный вечер. А, и все счет к еноцким тактикам, да? Начинается. Пацаны, если вы думаете, что вот это вот было сейчас легко. Ну да. Ура, пацаны! Медаль за первое место. Так, я двух... Пацаны, там есть еще две медали, так что вам придется... Поняли, да? Там есть еще серебряная медаль и бронзовая. Медаль меня ждет. Так что, Глент, я тебе, получается, может, просто достану тебе третье место, ты получаешь шоколадную. О, так... Есть шоколадку. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось. 2 миллиона лайков, и мы выпускаем. Я, меня зовут Влад А4.